голосование за табуретку, как они говорят, хоть табуретку выставляй, говорит Волков, да, мы все равно это будет лучше, чем единорос. Мне оно не нравится. А мне нравится, дорогой господин Альмичуков, конечно, любая табуретка лучше, чем единорос. Я вам сейчас это докажу. Табуретка не может никого посадить в тюрьму, табуретка не может принять законы, которые портят жизнь миллионов людей, и табуретка не ворует. Вот есть три важных принципа, почему любая табуретка, вот я вам сейчас даже покажу, вот смотрите, вот такая, гораздо лучше единоросса. Вот берите любого единоросса, сравнивайте, и вы увидите, что единорос табуретке уступает. Поэтому все прекрасно с нашей либеральной идеей умного голоса. Табуретка лучше, чем единоросс.